Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня у меня для вас хорошая новость. Я представляю вам нового застройщика. Хочу напомнить вам о том, что наше агентство работает только с самыми надежными застройщиками. Мы работаем только с теми застройщиками, которые уже много лет на рынке недвижимости в Мерсине, у которых за плечами достаточное количество сданных объектов и очень хорошая репутация. Итак, представляю вашему вниманию Узмен Парк Иншаат. Этот застройщик работал в элитном секторе недвижимости в городе Мерсин и продолжает работать. Сегодня мы представляем вам новый проект этого застройщика, который называется San Maria Holiday. Этот проект просто покорил нас своей концепцией, сейчас вы поймете почему. Это будет прекрасный комплекс в 300 метрах от моря. Здесь квартиры 1 плюс 1 площадью 53 квадратных метра с гардеробной комнатой. Есть также и стандартные квартиры 1 плюс 1. Более подробно про этот проект вам расскажет наш эксперт по недвижимости Мария. Меня зовут Мария, и сейчас мы находимся с вами в шоу-руме угловой квартиры комплекса San Maria Holiday. И сейчас вы увидите, как она будет выглядеть. Мы находимся во входной группе, здесь очень просторная прихожая, будет шкаф до потолка, будет консоль в этих квартирах, но только без зеркала. Здесь классные шкафчики с доводчиками, очень вместительная прихожая, то есть здесь, в принципе, поместится все. И давайте пройдем в гостиную. Здесь американская кухня, совмещенная с гостиной. И обратите внимание на эти шкафы. Очень важный момент, что шкафчики до потолка на кухне. То есть здесь не будет пылесборников, здесь огромное место для хранения всей кухонной утвари. Выдвижные ящики здесь также с доводчиками, что очень удобно, нет никаких ручек, все спрятано. И классное решение – это остров. Здесь будет место под духовой шкаф. Также просторные шкафчики для хранения, то есть очень удобная кухня. И также в угловых квартирах очень важный момент, есть на кухне окно, то есть у вас будет классная продуваемая светлая квартира. Пойдемте пройдем в гостиную. Здесь очень удобно поместился просторный диван, очень классно организовали зону отдыха. На стенах этих панелей не будет, это вот дизайнерское решение для шоурума, но по вашему желанию вы можете сделать в дальнейшем такое также решение. И с этой стороны здесь будет тоже просто стена, зеркальных панелей и консоли под телевизор не будет. Но вы можете также организовать себе пространство. И из гостиной у нас выход на балкон. Балкон очень просторный. Здесь вы можете организовать зону отдыха и комфортно проводить свое время. Эти угловые квартиры, как в шоу-руме, представлены по краям комплекса. Давайте пройдем в спальню. Спальня просторная, здесь поместилась полноценная двуспальная кровать, есть также место для прикроватных тумбочек. И посмотрим главную фишку этой квартиры, это гардеробная. Вы просто посмотрите, какая она большая. Здесь тоже очень стильно организовано пространство, есть выдвижные ящики, есть рейлы, то есть здесь просто поместится все. Это огромный плюс, то что вам не нужно будет куда-то устанавливать шкаф. Вы просто поместите все здесь. У вас просто отдельный шкаф площадью 5 квадратных метров. И из спальни здесь выход на технический балкон, где будут выводы под кондиционеры и какие-то места для хранения. Давайте посмотрим санузел. Здесь довольно просторно. Душевая кабина небольшая, но очень много места. Вы можете поставить какой-то шкафчик, корзину для белья. Здесь также организовано место под стиральную машину. И также шкафчики будут в таком виде сдаваться и санузел. Ну скажи честно, тебе нравится стиль? Мне очень нравится стиль, плюс дизайнеру этого застройщика.
находимся на территории комплекса. Обратите ваше внимание, что уже началось озеленение территории. Здесь уже высажены пальмы, что значит, что к завершению строительства комплекса они уже приживутся и уже будет просто красивая засаженная зеленая территория. На территории комплекса у нас будет сауна, хамам, спортивные площадки, будет открытый фитнес, зона барбекю, зона отдыха с беседками, спортивная детская площадка. Строительство уже сейчас на этапе постройки 11 этажа, всего их будет 11. Комплекс сдается в мае 2024 года. Первоначальный взнос на проекте 40% и действует рассрочка на 10 месяцев. И важный момент, при полной оплате скидка 5%. Друзья, сегодня мы представили вашему вниманию проект застройщика Озмен Парк Иншаат. Мы теперь будем знакомить вас с проектами этого застройщика. Это очень надежный застройщик, который зарекомендовал себя на рынке недвижимости в Мерсине с очень хорошей стороны. У этого застройщика еще много проектов в разных районах, и мы, конечно, будем вас с ними знакомить. Если вас заинтересовал конкретно этот проект, все контакты находятся в описании к видео. Связывайтесь с нашими менеджерами, мы вышлем вам всю информацию о проекте. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, это очень просто. Просто нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеообзор. Ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю вам всего самого наилучшего, с любовью из Мерсина и Шанслар!